Здравствуйте! В эфире программа «Тревожный сигнал», в студии Александр Наумов и коротко о главных происшествиях за эту неделю. Преступники готовятся к зимнему периоду. Бессмертная тема – дороги. Преступники тоже готовятся к зиме. По улице Бабаевская путем вскрытия проникли в гараж и похитили 4 колеса в сборе с зимней резины, причинив ущерб на сумму 20 тысяч рублей. Ведется следствие. А в селе Маячное похитили металлические сани, оставленные на участке возле дома, причинив ущерб на сумму 6 тысяч рублей. На неделе поздно вечером на 225-м километре трассы Уфа-Оренбург недалеко от Кумертау столкнулись ВАЗ-2106 и Kia Sorento. Виновником ДТП предположительно является 18-летний водитель отечественного автомобиля. Он ехал вместе с отцом в сторону Мелиуза и выехал на встречную полосу. Сам парень остался жив, но получил травмы, а вот его 53-летний отец скончался в больнице. Инспекторы не спят. 19 сентября был остановлен водитель, подававший звуковые сигналы на дороге. Кроме того, у транспортного средства отсутствовали брызговики, что тоже является административным нарушением. Позже выяснилось, что у водителя отсутствовали документы. И дабы избежать наказания, нарушитель пытался предложить взятку в размере 5000 рублей. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Патриотизм или шалости? 18 сентября неизвестными были похищены флаги из Дома культуры «Рассвет». Через некоторое время еще и создание РЦНТ «Дуслык». Ведутся следственные мероприятия. Жителю Кумертау предъявлено обвинение в изнасиловании малолетней. 26-летнему жителю города Кумертау предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Вечером 6 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затащил за здание общежития 12-летнюю девочку и изнасиловал ее. Затем обвиняемый пригрозил убить подростка, если она сообщит кому-то о случившемся. 11 сентября в правоохранительные органы Башкирии с заявлением об исчезновении внучки обратился дедушка потерпевшей. Девочку удалось отыскать в общежитии, где жила ее мать. Когда полицейские попытались установить, почему она ушла из дома, подросток рассказал, в том числе и об изнасиловании. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. Одним выстрелом двух зайцев. Женщина уснула в своей квартире, а проснувшись, обнаружила кражу сотового телефона. По подозрению в преступлении задержан мужчина. Как оказалось, в тот же день он взял телефон у еще одной женщины, якобы послушать музыку, и скрылся. Подозреваемый задержан, принято решение о возбуждении уголовного дела. За сводкой происшествий мы обратились в дежурную часть. Здравствуйте, уважаемые кумертауцы. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 232 заявления и сообщений от граждан нашего города. Из них 38 фактов дорожно-транспортных происшествий, одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 62 факта причинения телесных повреждений нашим жителям города было, в связи с чем они обращались в травматологическое отделение. 21 факт кражи имущества был совершен у граждан нашего города. И 7 фактов мошенничества, связанных с завладением денежными средствами. И на этом все. В студии был Александр Наумов. Будьте бдительны и берегите себя.